Южноуральские предприятия открывают свои двери для школьников и студентов. И увидеть процесс работы заводов ребята могут благодаря всероссийской акции «Неделя без турникетов». Ежегодно ее проводит Союз машиностроителей России. Главная цель – помочь подрастающему поколению выбрать будущую профессию. Подробности расскажет Марьяна Лысенко. Этот станок позволяет более точно устанавливать все координаты, все отверстия, все пазы. Свои двери для школьников открывает челябинский радиозавод «Полет». Здесь подросткам показывают, как кипит работа на предприятии. 17-летний Павел слушает внимательно, не отвлекаясь. Кажется, что больше других погружен в процесс. Что неудивительно, ведь парень интересуется радиотехникой с детства. Ну, это необычное предприятие. Мы впервые на таком масштабном предприятии. И очень интересно слушать людей, которые понимают в этом и разбираются, и как дают нам напутствие на будущее. Слушать сотрудников ребятам нужно внимательно, ведь параллельно с экскурсией школьники проходят квест. Наши экскурсии проходят в уникальном формате, в формате квест-экскурсий. Их суть в том, что ребята на каждом участке нашего производства получают необычные задания, связанные со спецификой работы предприятия. Отвечая на вопросы, получают жетоны и небольшие подарки от нашего радиозавода. «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. В прошлом году в акции приняли участие 495 предприятий из 64 субъектов Российской Федерации. Она решает несколько задач, одной из которых является профориентация школьников подрастающего поколения, которые придут на смену нынешнему. И также она позволяет предприятиям познакомить будущих студентов со своим предприятием и, возможно, в будущем привлечь их к работе на своих предприятиях. Всероссийская акция «Неделя без турникетов» дает возможность школьникам и студентам увидеть работу предприятий изнутри. Главная ее цель – повысить интерес молодежи к рабочим специальностям. И, похоже, это отлично получается. Марьяна Лысенко, Сергей Попов и Александр Зинченко. ОТВ.